А почему, вот говоря об атмосфере, почему, когда смотришь любой там исторический фильм, костюмный, неважно, в каком веке происходит действие, ты понимаешь, когда это снято, там, в 50-е, 70-е или 90-е, в каких-то вот деталях именно стиля, именно причесок, мне кажется. Сложный для меня вопрос, потому что я не очень понимаю. Ну, насколько... Ну, например, тогда... Ну, как бы будем такими примерами. А-а-а. Например, «Дама с собачкой». Да. Мы понимаем, что это снято в 60-е годы. Да. Вы это хотели спросить, сказать, да? Да. Нет, я хотел все-таки... Нет, вопрос, это я издалека зашел. Вот насколько важно для режиссера конкретного, режиссер Первый глагол, насколько для него важно соблюдение вот этих деталей в фильме? А, ну это совсем про другое. Да, я говорю, я издалека просто шел. Нет, ну конечно, это самое главное. Угу. Вот для меня это самое главное. Какая музыка звучала, это так. Тоже очень важно. Кринолины, не кринолины, но точно в деталях одежды, безусловно, угу. Точность в деталях. Безусловно. Я боролась, например, с своим художником по костюму, с Леной Лукьяновой. Мне казалось, что, ну, это неправильно, что все завязывают вот эти вот на шейные эти платки. Угу. Я говорю, ну как, ну студент, он сидит там, ковыряется, делает там что-то, ну, что-то такое возле пруда. Я говорю, ну не может быть, чтобы он сидел вот в этом банте, ну не нужно этого. Угу. Нет. Без сюртука не может. Я говорю, как не может без сюртука? Ну, жара. Ну, как можно без... Ну, надо без сюртука, ну, просто рубашка, жилетка. Mm-hmm. Нет, они ходили вот именно так. Мы боролись очень. Mm-hmm. Иногда мне все-таки удавалось стянуть с кого-нибудь из них сюртук, чтобы все-таки более живое было, более mm-hmm. живое. Ну, Лена во многом права, конечно, но ну, не настолько, чтобы следовать вот прямо каждой вот букве. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».